интерстициальной пневмонии при системных ревматических заболеваниях, особенности проявления и подходы к терапии. Выступает Лидия Петровна Ананьева, крупный специалист в области ревматологии из института имени глубоко уважаемой Валентины Александровны Насоновой. Пожалуйста, я... Он у меня заснул. Вот, пожалуйста, я готов вам предоставить. Добрый день, глубоко. Я, соответственно, выключаюсь. Да, я хочу поблагодарить Павла Андреевича за приглашение выступить на заседании Московского терапевтического общества. Для меня это честь, я изредка у вас бываю. Я представляю сегодня Институт ревматологии, носящий имя Валентины Александровны Насоновой. В свое время Валентина Александровна была инициатором создания ревматологической секции Московского терапевтического общества. И я помню спор глубокоуважаемого академика Воробьева и Валентины Александровны, когда Андрей Иванович говорил о том, что терапия – это единая структура, и делить ее, наверное, неправильно. Но Валентина Александровна убедила его в связи с тем, что поток литературы, который в свое время, когда коллагенозы были выделены как отдельная проблема, был таким огромным и сейчас только нарастает, что необходимость это отделение секции ревматологии, она чисто условная, конечно, это область терапии, но возможность для ревматолога, поскольку мы имеем такую специальность, читать литературу в первую очередь ревматологическую, а во вторую очередь уже вторую, она, конечно, вынужденная, но имеет свою пользу. Я хотела бы также подчеркнуть, что обсуждая интерстициальные пневмонии сегодня с вами, я, конечно, ни в коем мере не выступаю как пульмонолог. Я представляю эту важную для нас проблему, хочу показать ее важность, в первую очередь как ревматолог, как человек, который сталкивается в первую очередь с болезнями системного плана. Это тяжелая группа заболеваний, и лечение, которое не очень хорошо разработано, соответственно, много проблем, и одну из проблем сегодня мне хотелось бы затронуть. Но сначала я хотела вам напомнить вот эту вот известную классификацию, она все время меняется в течение многих лет. Это одно из последних ее таких редакций спектра интерстициальных заболеваний легких. И здесь вы видите голубым цветом выделена большая группа болезней, которые называются в этой классификации аутоиммунной интерстициальной пневмонии. И здесь предмет нашего интереса – это ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозит, склеродермия и так далее. И именно об этой группе заболеваний мы будем говорить. Я еще хотела остановиться прям буквально минутку в отношении терминологии. Значит, это классификация, эти болезни, которые называют, в общем-то, все врачи, и особенно пульмонологи, интерстициальные заболевания легких, разнородные группы болезней, самые различные этиологии, но они объединяются условно на основании общностей клинических, и рентгенологических, ну и в первую очередь патоморфологических, морфологических изменений. Но при этом есть определенные морфологические особенности, которые позволяют выделять клинико-морфологические варианты и отдельные нозологии. А интерстициальные пневмонии – это примерно то же самое в более узком смысле, что это вот конкретно диффузное или очаговое поражение, негнойное поражение паренхимы легких с исходом фиброза, иногда избыточный этот фиброз. И нередко мне приходится слышать о том, что пульмонологи предлагают нам говорить, что при наших системных ревматических заболеваниях интерстициальные пневмонии правильно называть интерстициальные заболевания легких. Я с этим не могу согласиться, потому что у нас и так есть болезнь. Системная красная волчанка. Одна болезнь, системная склеродермия, другая болезнь. И проявление этой болезни – это интерстициальная пневмония. Поэтому в рабочем порядке эти термины мы все используем в своей практике как синонимы. Интерстициальное заболевание легких, интерстициальное поражение легких, интерстициальная пневмония. В данном случае и в моей лекции мы их будем использовать как синонимы.
Несколько слов об иммуновоспалительных ревматических заболеваниях, так как мы их называем. Это гетерогенная большая группа заболеваний, но это относительно редкие болезни. Они объединяются и были объединены достаточно давно на основании сходства нарушений в системе иммунитета, общих иммуногенетических факторов предрасположенности, морфологических признаков. Это то самое диффузное поражение соединительной ткани, которое изначально позволило назвать эти болезни коллагенозами. Сейчас мы понимаем, что до морфологических изменений происходят огромные изменения в системе иммунитета, дисрегуляция, поэтому мы теперь их называем иммуновоспалительные ревматические заболевания. Это болезни, которые имеют ряд общих клинических проявлений в дебюте заболевания, но в последующем они идут по линии формирования отдельных нозологических единиц. Объединяются они универсальным признаком, это гиперпродукцией органа неспецифических аутоантител, чаще всего антиядерных антител, которые при каждом заболевании различны, и поэтому каждая болезнь у нас имеет свой аутоиммунный маркер, что очень помогает нам в дифференциальной диагностике этих заболеваний. Какова же частота интерстициальных пневмоний и стоит ли о них так много специально говорить? Ну, здесь вы видите в этой табличке, частота интерстициальных пневмоний при системной склеродермии достигает, по данным литературы, 75%, по данным нашего института это 80-85% пациентов, при ревматоидном артрите до 60%, ну и так далее. Понятно, что частота выявления будет зависеть от метода, который мы используем. Эти цифры приведены для компьютерной томографии органов грудной клетки, томографии высокого разрешения. И третья графа или столбик этой таблицы обозначен как клинически значимый. И это первое положение, которое важно для нас, что несмотря на то, что мы выявили на КТ признаки паренхимы легких, у части больных они могут быть клинически незначимыми, то есть пациенты не будут вам жаловаться на эти проявления этой патологии. И еще важный момент, который вполне понятен для системных ревматических заболеваний, что, как правило, интерстициальное поражение легких, даже в рамках поражения респираторной системы, редко бывает изолированное, но, как правило, сочетается еще с другими легочными проявлениями. Это системная склеродермия часто сопровождается легочной гипертензией и легочной артериальной гипертензией как вариант, аспирационной пневмонией, потому что больные системной склеродермии склонны к развитию миопатических состояний. При ревматоидном артрите это закономерно бронхоэктазы. Иногда поражение паренхимы сопровождается поражением бронхов, особенно мелких нижних отделов бронхов. Мы все знаем проблему ревматоидных узлов в легких при ревматоидном артрите. При всех ревматических заболеваниях нередко поражается плевра. При этом при ревматоидном артрите это может быть и эксудативный, но чаще всего это фиброз идет плевры. При системной склеродермии практически не бывает эксудативного серозита, а при волчанке наоборот плеврит и диафрагма, поражение диафрагмы как мышцы и висцеральная плевра в области диафрагмы тоже приводит к развитию такого синдрома поджатого легкого, когда диафрагма расслабляется, поднимается и поджимает нижние отделы легких. Самые тяжелые легочные проявления поражения паренхимы, диффузная альвеолярная геморрагия, обычно встречаются при системной красной волчанке. Ну и болезнь Шогрена при длительном течении нередко осложняется мальтолимфомой, в том числе легочной локализацией. Нужно подчеркнуть, что у ревматологов не существует своей собственной классификации морфологической, мы ее заимствовали у пульмонологов, и так же, как они, используем обозначения морфологические, это обычная интерстициальная пневмония, пневмония, которая характеризуется выраженными процессами фиброза, и неспецифическая интерстициальная пневмония, которая характеризуется в большей степени воспалением. Но, в принципе, при всех ревматических заболеваниях вот эта закономерность, которая известна для идиопатических пневмоний, это разное превалирование воспаления фиброза, и при разных нозологиях мы видим эти разные соотношения, и точно так же эти разные соотношения бывают во времени. В начале заболевания, как правило, преобладают процессы фиброза, в более поздней стадии это преобладание процесса фиброзирования.
Что же мы сегодня знаем по интерстициальной пневмонии при системных иммуновоспалительных заболеваниях, кроме того, что они встречаются часто? Они представляют важную часть общей картины болезни, и иногда она выходит на первый план, доминирующая, и тогда все наши проблемы лечения крутятся вокруг этой проблемы. Поражения респираторной системы имеют самые разнообразные варианты течения. Это субклинические, это периодические обострения периода стабилизации, ну и самый неприятный – это вариант течения, прогрессирующее течение, которое приводит к необратимому фиброзу и, к сожалению, плохо лечится. Интерстициальные пневмонии могут быть первым проявлением системности, и тогда пациенты не приходят к ревматологу как к первому врачу, а, скорее всего, они попадут к пульмонологу. И если у пациента не будет других проявлений системного заболевания, он первое время будет лечиться у неспециалиста, скажем так. И иногда именно эта проблема моносиндромности в дебюте заболевания является проблемой диагностики, дифференциальной диагностики и запаздывания правильного лечения. Вторая проблема – это то, что они нередко протекают так малосимптомно, что тоже проводится дифференциальный диагноз слишком долго, и лечение начинается позже. Ну и мы понимаем, что в зависимости от нозологической единицы, давности заболевания, особенности, которые характерны для каждого заболевания, проявляются достаточно поздно. Это важные особенности, они влияют на терапевтическую тактику. Например, легочная артериальная гипертензия у больного с системной склеродермией одновременно с поражением паренхимы легких, поражение дыхательных мышц при миозите и так далее. Ну и главный момент – это то, что интерстициальные поражения легких, они всегда ухудшают прогноз. И вот на этом слайде вы видите, что и при системной склеродермии, и при воспалительных миопатиях интерстициальные поражения легких – это одна из самых частых, это ведущая причина смерти. При ревматоидном артрите тоже учащаются летальные исходы, если у нас имеется фиброзирующий вариант пневмонии. Ну и в целом мы обсуждаем сегодня этот вопрос значительно чаще, чем раньше, потому что методически мы научились чаще и раньше выявлять эти интерстициальные пневмонии, а они являются потенциально жизнеугрожающими проявлениями. И поэтому сегодня приоритетом в курации, если мы видим эту пневмонию, если мы знаем, что 80% больных системных склеродермий имеют вероятность развития интерстициальной пневмонии, мы должны ее своевременно выявить, оценить ее тяжесть, склонность к прогрессированию и, соответственно, на основании этой оценки подобрать правильную терапию. Этот слайд демонстрирует выживаемость у пациентов с системной склеродермией без поражения легких и с другими поражениями. Вот это самая верхняя синяя кривая, которую вы видите, сейчас я включу стрелочку свою, вот здесь вы видите, это выживаемость больных без поражения легких. Она достаточно неплохая десятилетняя выживаемость, десятилетняя совсем 82%. Ежели у нас появляется легочный фиброз, то кривая выживаемости круче спускается вниз. Это самый плохой прогноз у больных с легочной артериальной гипертензией. К счастью, она встречается значительно реже, но в тех случаях, когда они соединяются, мы имеем самую плохую выживаемость. Ну, я перейду к демонстрации больных с системной склеродермией. Напомню вам, что это заболевание считается моделью фиброза, потому что, по сути, это свое заболевание проходит этап аутоиммунных расстройств, потом начинают появляться, клинически проявляться расстройства микроциркуляции, облитерирующей васкулопатии, и все заканчивается прогрессирующим фиброзом внутренних органов. Тяжелое заболевание, и интерстициальные пневмонии, мы уже говорили, встречаются часто, и они начинаются в первые 3 года болезни. Вот эта закономерность, она очень четкая, очень жесткая, и она очень помогает нам в диагностике, потому что мы знаем, это бывает часто и бывает рано. И как только мы видим больного и устанавливаем диагноз системной склеродермии, первое, что мы делаем, мы пытаемся понять, есть ли нет и как она выглядит. К счастью, тяжелое прогрессирующее поражение легких развивается всего лишь у 10-15% больных, тяжелое. А в общем прогрессирование встречается примерно процентов 30. И мы тоже знаем, при каких формах это встречается, и какие-то факторы риска нам хорошо известны. Терапия и прогноз болезни в значительной степени зависят от объема поражения паренхимы.
Вот справа на слайде вы видите формирование фиброза, элементы воспаления, а верхняя часть средней доли у такого пациента свободная от поражения, ну, здесь немножко хуже, но в целом объем поражения, ну, наверное, можно оценить процентов на 20, на 25. Это благоприятные формы. Чем больше объем поражения, тем, к сожалению, прогноз хуже. И нужно сказать, что еще в 2000 году, 2005-2008, специалисты, занимающиеся системной склеродермией, предложили разделение объема поражения на 20%, больше 20, меньше 20, и использовали это в своей практике. И сейчас, в эпоху ковида, мы видим, что вот этот подход, он оказался очень, так сказать, правильным и перспективным, и практика доказывает, что это удобно. Это важно, потому что объем поражения определяет прогноз заболевания. Чем больше объем, тем хуже прогноз. Это показано сейчас на острое интерстициальное пневмонии вирусной и ковидной, а для системной склеродермии это показано было значительно раньше. Идиопатические воспалительные миопатии – это своеобразное заболевание системное, но проявляется оно преимущественно воспалением поперечной полосатой мускулатуры. Именно воспаление. Если суть системной склеродермии – это генерализованный фиброз, который постепенно распространяется на разные органы и ткани, то при воспалительных миопатиях системные проявления поражения кожи при дерматомиозите внутренних органов, они встречаются не так часто и протекают достаточно своеобразно. Вот эти вот кожные проявления дерматомиозита, которые проявляются рано, они чрезвычайно важны для правильного установления диагноза. И если мы имеем больного с мышечной слабостью, и особенно проксимальное отдело, что характерно для дерматомиозита, и вот этот набор кожных синдромов, они могут быть у пациента по одному, могут сочетаться, могут быть все сразу. Это нам очень помогает в диагнозе. Какие же особенности интерстициальных пневмоний при дерматомиозите? Кроме всего прочего, поражение паренхимы легких, может быть, бронхиального дерева отчасти, поражаются поперечно-полосатые мышцы глотки, их там немного, и верхняя треть пищевода тоже имеет поперечно-полосатые мышцы. У таких пациентов развивается дисфония, дисфагия, аспирация. И вот вы видите, каждый третий имеет аспирационную пневмонию, кроме, так сказать, аутоиммунной пневмонии, еще и аспирационной пневмонии. Поражение межреберных мышц, диафрагмы, оно способствует гиповентиляции, соответственно, склонности к дальнейшим осложнениям. Особенностью заболевания является лечение большими дозами кортикостероидов. Это 10-12 таблеток глюкокортикоидов в сутки, поэтому мы часто видим различные осложнения в виде развития сахарного диабета, и главный бич – это присоединение инфекции. Это и бактериальные, вирусные, грибковые, оппортунистические. И необходимо нам постоянно проводить профилактику. Поэтому такие больные на амбулаторном этапе нередко ведутся как больные после трансплантации органов и тканей. Следующее заболевание – ревматоидный артрит, который является из всех ревматических популяций самым частым. Примерно 1% населения страдает этим заболеванием, а после 65% – это до 5-6%. Это болезнь суставов, воспалительная болезнь, которая приводит, вот вы видите на верхнем снимке, вид кисти больного, несколько лет болеющего ревматоидным артритом, а внизу разрушение суставов. Но в 15% случаев вообще системные проявления болезни бывают чаще, легкие, но тяжелые, включая интерстициальное поражение легких, к счастью, бывает относительно редко. Но при ревматоидном артрите у нас есть другая проблема, проблема лекарственного поражения паренхимы легких и лекарственной интерстициальной пневмонии. И это не только старый препарат метотрексат, золотой стандарт лечения ревматоидного артрита, но и новые генноинженерные биологические препараты. Интерстициальные пневмонии при ревматоидном артрите встречаются, как мы с вами говорили, уже немножко реже, но рентгенологически они встречаются чаще, чем клинически. И вот здесь вы видите клинические проявления, субклиническое течение – это большинство больных. Особенно если у пациента болят суставы, мы не сняли болевой синдром, они мало двигаются, и одышка у них возникает достаточно поздно, несмотря на то, что изменения в легких могут быть такие, вот, как вы видите на правой части слайда. И еще один важный момент. Именно при этом заболевании патологии легких предшествуют другим системным проявлениям, суставам, болям в суставах, чаще всего,
чаще, чем при других ревматических заболеваниях, до 20% случаев. И именно при ревматоидном артрите чаще всего бывают диагностические ошибки, особенно в дебюте заболеваний. Ну еще мы сегодня говорим про интерстициальные пневмонии, когда речь идет о поражении паренхимы легких. Так вот, при ревматоидном артрите вовлекаются все анатомические отделы респираторной системы и иногда они встречаются в разных сочетаниях. Поэтому иногда мы видим разночтение в данных литературе, но в принципе мы знаем, что бронхиэктазы у таких больных встречаются тоже нередко, примерно в 1/3 случаев. Это накладывает большие особенности не только на клиническую картину, но и на поведение больных. Когда мы говорим с вами о течении интерстициальных пневмоний при ревматических заболеваниях, мы уже упоминали, что течение может быть разное. Примерно треть больных, 30%, имеет так называемый прогрессирующий, фиброзирующий фенотип интерстициальных заболеваний. Что это такое? Это когда у пациентов клинически нарастают симптомы легочной недостаточности. Это когда функция легочная при объективном осмотре, допустим, при спирометрии, ухудшается, и мы видим рентгенологическое нарастание фиброза. И чаще всего при системных ревматических заболеваниях, а также есть и другие идиопатические интерстициальные заболевания легких, когда воспаление в начальных стадиях сопровождается избыточным и превалирующим образованием фиброза в паренхиме легких. Ну и это приводит, несмотря на терапию, к преждевременной смерти. Это достаточно тяжелый фиброзирующий вариант. И оказалось, что механизмы, ну вот это я вам привожу один из клинических примеров, когда идет прогрессирование интерстициального поражения легких при ревматоидном артрите, начинаясь, это прогрессирование у этого пациента происходило достаточно быстро. Но нередко это примерно в течение 3 лет. Иногда мы видим такое прогрессирование за год, а иногда мы видим такое прогрессирование и за 7-8 лет. И пациент к нам приходит уже вот на стадии вот этого последнего снимка, который вы здесь видите. Относительно недавно наша медицина обогатилась вот этой новой концепцией прогрессирующего, фиброзирующего варианта интерстициального поражения легких. Оказалось, что процессы фиброзирования как общебиологического процесса и в паренхиме легких в частности, они все сопровождаются активации фибробласта. И ключевая клетка, которая опосредует вот этот вот фиброз легких, это фибробласт. При ревматических заболеваниях активация фибробласта происходит в процессе воспаления, с которых начинается интерстициальная пневмония. Но в медицине у нас есть пример, когда без воспаления почему-то происходит активация фибробластов, так сказать, с нуля, места в карьер, они активируются очень резко. Это идиопатический легочный фиброз или болезнь Хаммана-Рича, один из ее самых тяжелых вариантов. Но в основе вот это активация фибробласта, и сегодня мы знаем, что фибробласт – это ключевая клетка, которая ведет к фиброзу, что фибробласт может активироваться, и активирует его большое количество активаторов. Это может быть разные белковые молекулы, цитокины, хемокины и так далее. И сегодня мы знаем, что существует возможность выделить эту молекулу и найти к ней антитело или какой-то блокирующий фактор, и это сможет остановить нам активацию, прервать эту активацию фибробластов. И сейчас эта теория, в общем-то, подтверждается. Но прежде чем я перейду к конкретным препаратам, я хотела бы вам визуально, так сказать, продемонстрировать, какие существуют сегодня уже доказанные и найденные множественные пути активации фибробластов. Это и антитела, как это бывает при системной склеродермии, это различные белки, это цитокины, хемокины, факторы роста, белковые медиаторы, вот особенно семейство фактора роста фибробластов бета, которые участвуют практически во всех процессах. И сегодня вот все эти молекулы, все эти белки, они как мишени рассматриваются, и к ним создаются какие-то противоядия, противодействия, которые так или иначе испытываются, и уже мы имеем какие-то определенные результаты. Сегодня, поскольку фиброз – это такой универсальный механизм заживления повреждений, но когда он встает
становится избыточным, он приводит к преждевременной смерти. Но сегодня вот эти стратегии очень активно разрабатываются на разных местах. Это и фиброз печени, особенно поствирусный, это и заболевания почек, которые приводят к сморщенной почке, это и системные ревматические заболевания, пульмонология. В первую очередь, вот при ревматических болезнях, когда мы хотим предупредить развитие фиброза, мы в первую очередь должны подавить иммунное воспаление. Мы говорим, какая у нас иммунологическая модель фиброза, и в первую очередь мы используем иммуносупрессанты, кортикостероиды, мы влияем на иммунологические мишени, и если мы подавляем воспаление, то и фибробласты в меньшей степени активируются. Ну, а если не активировались, то у нас есть целый длинный список препаратов, которые могут нам помочь. Ну и если фибробласт уже активировался, мы можем подействовать на внутриклеточные какие-то сигнальные пути, на ядро, и это тоже отдельное направление, которое перспективно развивается. Но мы с вами остановимся буквально на нескольких препаратах, которые уже вошли в жизнь. Это один первый антифиброзный препарат, пирфенидон. Он был доказано, что он улучшает выживаемость и прогноз при идиопатическом легочном фиброзе. Он вызывает уменьшение фиброза. И этот препарат зарегистрирован был во многих странах, в том числе в России. И он входит в наши клинические рекомендации по лечению интерстициального легочного фиброза, этот препарат. Но я хотела бы подчеркнуть, что он обладает не только антифиброзным действием, но и множественными эффектами, в том числе противовоспалительным, он уменьшает оксидативный стресс, и поэтому этот препарат сегодня испытывается и при других моделях, а не только при идиопатическом легочном фиброзе, в том числе проходят клинические испытания при системной склеродермии. Вторая группа препаратов – это ингибиторы тирозинкиназы. Вот вы видите здесь несколько названий препаратов. Они к нам пришли из онкологии, где используются для лечения некоторых онкологических заболеваний, в частности, рака легких. Так вот, оказалось, что этот препарат, когда его стали испытывать при системной склеродермии, оказалось, что он подавляет развитие фиброза у пациентов с системной склеродермией. Но я вернусь к тому, как мы вообще сегодня в ревматологии лечим интерстициальные пневмонии при системных ревматических заболеваниях. В первую очередь это глюкокортикоиды. Мы исходим из того, что первая фаза большинства интерстициальных пневмоний при ревматических заболеваниях – это воспаление. Поэтому мы используем глюкокортикоиды, мы используем иммуносупрессанты. И здесь два основных препарата – это циклофосфан, внутривенно или в таблетированном виде, микофенолат амофетил, препарат, который у нас появился под названием Силсепт, сейчас у него много торговых названий, это препараты первого ряда. Второй ряд – это другие иммуносупрессанты, азатиоприн, циклоспорин, талидомид. Препараты второго ряда, потому что они имеют слабую доказательную базу. И еще один подход – это трансплантация гематопоэтических стволовых клеток. Этот подход является очень дорогим и имеет массу за и против, и у него очень узкое терапевтическое окно, поэтому я сегодня не буду на этом методе останавливаться, хотя его эффективность для, например, системной склеродермии доказана, и этот метод лечения системной склеродермии в целом входит в международные рекомендации по лечению системной склеродермии. Вторая группа препаратов, которые активно испытываются, это биологические препараты, генно-инженерные биологические препараты. Их три. Ритуксимаб, тоцилизумаб, абатацепт. К сожалению, эти препараты не имеют показаний для лечения интерстициальных поражений легких при ревматических заболеваниях. Мы, если их применяем, то в качестве экспериментальной терапии. И они зарегистрированы только для лечения ревматоидного артрита. При лечении ревматоидного артрита их используют в целом для болезней, и именно эти три препарата оказывают, может быть, лучшее действие на поражение легких при ревматоидном артрите. Ну вот относительно недавно в нашей практике появились антифибротические средства. В России пока зарегистрирован только один препарат. Это ингибитор тирозинкиназы нинтидониб, у нас оно называется в нашей торговой сети Варгатеф. Я хотела бы вам привести один клинический пример пациентки с системной склеродермией, чтобы показать, где же у нас место антифибротической терапии и есть ли оно вообще, если у нас на первом плане идет воспаление. Эта пациентка
29 лет, она больна 8 лет, дебют заболевания был синдром Рено, что очень характерно для ревматических заболеваний вообще и системной склеродермии в частности. У нее был характерный отек кистей, когда она не могла руку сжать в кулак по утрам. Потом у нее присоединились интерстициальная пневмония, которая была расценена сначала как банальная, потом выяснилось, что это все-таки идиопатическая, и с этим она наблюдалась длительное время, хотя у нее появилась гипотония пищевода и рефлюкс эзофагит, и уже в 2013 году ей можно было поставить диагноз системной склеродермии, но ей никто не поставил этого диагноза, она не обращалась к врачам, хотя у нее была одышка, до 2015 года, когда во время беременности она активно наблюдалась, у нее были нормальные роды, но во время беременности у нее появилась одышка, и после родов уже, до этого ее не делали повторно КТ, выяснилась выраженная отрицательная динамика. И вы видите, вот когда мы ее увидели в 2020 году, уже через 5 лет после этого, у нее были достаточно большие участки так называемого сотового легкого. Это участки, где произошла кистозная перестройка, уже тут нет легочной ткани, здесь нет газообмена, и это нежизненные участки ткани, и процесс у нее, в общем-то, распространяется. Если мы будем оценивать функцию легких, то она была значительно снижена. Пациентка, когда в 2015 году ей все-таки поставили уже диагноз системной склеродермии, сначала ей дали очень большую дозу кортикостероидов, несколько лет лечили без эффекта. Потом она получила 11 грамм циклофосфана, это большая доза для молодой женщины, это, как правило, подавляется обвиальная функция с массой осложнений. Ну, а к 2020 году на фоне этой терапии у нее все проявления болезни системной склеродермии практически исчезли, у нее остался только синдром Рено и вот этот текущий процесс в легких. Поэтому мы видели у этой пациентки неэффективность стандартной терапии и глюкокортикоидами, и иммуносупрессантами. Мы видели в легких у нее преобладание фибротических изменений, потому что сотовая легкая – это очень напоминает идиопатический легочный фиброз, это по сути фиброз текущий, резкое снижение легочной функции, плохой прогноз, и поэтому здесь в этом конкретном случае, конечно, показана антифибротическая терапия, которую мы с ней ее и назначили, она принимает препарат метидамир и состоит. Так, друзья, у нас... Извините, я появилась у вас, нет? Вот вы только что появились, да. Да, извините, пожалуйста. Вы прямо вот на этом слайде исчезли. Да, я заканчиваю уже. Я хотела... Нет, вы просто вернитесь к этому слайду. Да, конечно. Я хочу сказать, что вам очень такими мазками бледными очертила ситуацию, но те препараты, которые я упомянула, пирфенидон и нинтизанип, это не единственные. Здесь я показываю вам клинические испытания разных препаратов при разных моделях, которые зарегистрированы и проводятся сегодня. Это нинтизанип у больных системной склеродермии, закончено было испытание. Это испытание не только пирфенидона, но и ретуксимаба в сочетании с микофенолатом и фетилом, это препарат абатацепт, ретуксимаб с циклофосфаном. Это клинические испытания высокого уровня, они заканчиваются, вы видите, какие большие количества больных в них испытывается. Поэтому мы ждем, конечно, новостей и с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на дальнейшее улучшение. Так, у меня еще есть слайд. Я вернусь к своему заключению. У меня есть, Павел Андреевич, как вы скажете, по времени. У меня пожалуйста, вас слушают. Давайте. У меня есть два слайда про ковид, про больную тему. Давайте. Это очень сложный больной вопрос, и в первую очередь, потому что очень мало информации. Но все-таки, что же мы сегодня знаем? Что, говоря про поражение паренхимы легких, те пациенты, которые выздоровели от ковида-19, у них происходит эрадикация вируса у большинства, у подавляющего, и уже непосредственной причины для дальнейшего повреждения легочной ткани уже нет. То есть когда есть вирус, и он внедряется в легочную ткань, там идет острая интерстициальная пневмония, соответственно, с той или иной степенью повреждения. А когда все это заканчивается, то уже идут там другие процессы. И в
первую очередь это процессы заживления. Но оказывается, что если больным повторно сделать КТ легких через 6 месяцев, то 62% пациентов имеют какие-то небольшие изменения фиброзоподобные. Это фиброзные чижи, участки уплотнения и так далее. Некоторые врачи говорят о том, что у них они видят формирование тяжелого легочного фиброза после ковида. Но на практике пока это не подтверждается. Да, постфиброзные изменения в виде вот отдельных элементов на местах повреждения, они есть. Что может еще быть, если у нас пациент уже имел интерстициальное поражение легких, ревматическое заболевание, у него уже было нарушение легочной функции, и он перенес на этом же поврежденной ткани еще и острую пневмонию, то даже небольшие остаточные фиброзные изменения они могут привести к легочной функции. Кроме того, сейчас мы встречаемся с тем, что пациенты с ревматическим заболеванием, попадая в стационар, получают лечение по протоколу. Не всегда у них даже спрашивают, и не всегда лечащие врачи знают, что они имеют системное ревматическое заболевание. Больной получает кортикостероиды внутривенно по стандарту 16 мг в сутки 7 дней, ну или в лучшем случае 9. Потом его выписывают. Пока он находится в стационаре в состоянии, когда он не очень может, не понимает, надо принимать свои стероиды или нет, он их отменяет. А потом он выписывается, и у него может происходить перерыв терапии. Поэтому иногда обострение возникает в связи с этой вот изменением стероидной терапии. Но и сам стресс, связанный с тяжелой вирусной инфекцией, естественно, тоже, как и любая другая инфекция, любой другой стресс, может привести к прогрессированию с высоким риском летального исхода, к сожалению. Ну и сегодня доказано, что пациенты с интерстициальными заболеваниями легких вообще и особенно с ревматическими заболеваниями, они имеют повышенный риск смерти от ковид. Особенно со снижением легочной функции, чем хуже снижение, чем больше снижение, тем хуже прогноз. Ну и ожирение, гипертонической болезни. Ну и еще один вопрос. Каковы же сценарии, каково же может быть течение и от чего зависит поражение легких, в частности, у больных ревматическими заболеваниями? Ну, эти сценарии обрисовал нам известный английский пульмонолог-рентгенолог Уэллс, Атул Уэллс. Он подчеркивает, что на фоне вирусной инфекции может происходить большое или меньшее, больше диффузно-альвеолярное повреждение вследствие токсического эффекта вируса, которое потом полностью может пройти, если было умеренное повреждение. Если оно было больше, то это остаточные локальные фиброзные изменения. Ну, а самые большие человек просто не переживает. Кроме того, вирус может индуцировать аутовоспалительный процесс, тромбовоспаление и аутоиммунные реакции. Мы сейчас видим случаи развития новых аутоиммунных заболеваний на фоне вот этого аутовоспалительного аутоиммунного процесса и ухудшение течения уже наших ревматических заболеваний с повышением титров антител аутоиммунных и с активацией аутоиммунного состояния. Ну и сегодня обсуждается, но не доказан вопрос, что вирусная инфекция может привести к тому, что она инициирует самоподдерживающий прогрессирующий процесс. Это может быть васкулит какой-нибудь, это может быть аутоиммунное заболевание, и это может быть аутоиммунное поражение легких прогрессирующего характера, когда фиброз начинает приобретать самоподдерживающий характер, как это есть при ревматических заболеваниях. Ну и последнее, наверное, нужно сказать, что пожилые люди, даже здоровые, имеют какой-то определенный процент фиброзирующих изменений, они переносили в жизни какие-то воспалительные заболевания, и если на это накладывается острая интерстициальная вирусная пневмония, которая разрешается с какими-то остаточными явлениями, то происходит суммация этих старых и новых фиброзных изменений, которые трудно трактовать, и некоторые трактуют это как прогрессирование фиброза, и обсуждается вопрос назначения антифиброзных препаратов. Я считаю, что эта точка зрения ошибочная, потому что никто не доказал самоподдерживающего характера постфиброзных, то есть этих поствирусных изменений, а препараты эти
как таргетные, очень дорогие, и назначение их должно идти по очень строгим показаниям. Ну и заключаю я свой доклад тем, что сегодня мы знаем, что интерстициальная пневмония при ревматических заболеваниях ухудшает прогноз. Это происходит часто, это закономерно. Поэтому нам очень важно их своевременное выявление и специальное лечение. Когда мы выбираем алгоритм лечения оптимальный, мы понимаем, что поражение легких – это не единственное проявление системного заболевания, поэтому мы учитываем и общую активность, и тяжесть, темпы прогрессирования, как болезни в целом, так и ведущие патологии. Ведущая патология не обязательно может быть интерстициальное поражение легких, это может быть патология сердца, почек, и тогда интерстициальное поражение вообще не требует специальной какой-то курации, мы исходим из других позиций. То есть это достаточно сложное решение. Ну а вот если мы имеем быстрое прогрессирование заболевания с клинически очевидными проявлениями фиброза, у нас они есть эти на практике опорные пункты диагностики фиброзирующих проявлений, то в этих случаях мы обсуждаем инициацию антифиброзной терапии, и с 2020 года мы начинаем уже накапливать опыт лечения антифиброзными препаратами. И последнее, что пациенты с интерстициальным поражением легких имеют повышенный риск смерти от COVID-19, к сожалению. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Возможно, у вас есть вопросы. Да, спасибо. Вот я вижу, тут был один вопрос. Сейчас я попробую прокрутиться. Там был вопрос, особенности терапии есть ли? Особенности терапии пневмонии при ревматоидном артрите. Особенности, безусловно, есть. Во-первых, морфологическая основа интерстициальной пневмонии при ревматоидном артрите чаще всего бывает именно легочный фиброз, и воспалительный компонент там присутствует в меньшей степени. Примерно 2/3 больных с ревматоидным артритом и интерстициальной пневмонией имеют преобладающие фиброзирующие изменения. 1/3 больных она имеет преобладание воспаления. Поэтому, когда мы видим перед собой больного ревматоидным артритом с поражением легких, мы пытаемся по совокупности признаков оценить, что преобладает в легких – воспаление или фиброз. Это первое. Второе. Когда мы видим перед собой больного с ревматоидным артритом, мы как бы априори понимаем, что главное, что его беспокоит в жизни – это боли в суставах, воспаление суставное. Поэтому мы должны понимать, как должна быть построена наша терапия, если мы, к сожалению, не знаем точно патогенетических путей развития, но представляем себе, что в легких идет фиброз, схематически говоря, а в суставах идет воспаление. Значит, наша терапия при системных ревматических заболеваниях, это закономерно, чаще всего бывает комплексная. Это бывает 2-3 препарата с разными механизмами действия. Поэтому если у больного высокий цирреактивный белок, повышенная соя, у него имеются другие системные проявления, у него имеется выпад, эксудат в суставах, то, скорее всего, и в легких у него тоже превалирует воспаление, а не фиброз. Но если у нас есть возможность сделать КТ, мы уже по данным КТ увидим, потому что признаки фиброза на КТ, они очень четкие и понятные, и нам рентгенолог напишет, что вот у вас здесь есть фиброз. Тогда мы будем назначать комплексную терапию. И еще один вопрос. Сегодня мы очень хорошо лечим суставно-мышечные проявления ревматоидного артрита генно-инженерными биологическими препаратами. Цель лечения у нас, ее не было раньше такой цели, это ремиссия. Но, к сожалению, эта большая линейка препаратов по-разному вызывает лекарственное поражение легких. Такие препараты, как инфликсимаб, например, этанерцепт, то есть ингибиторы фактора некроза опухоли, считается, что они могут вызывать лекарственное поражение легких в виде интерстициальной пневмонии. А такие препараты, как ритуксимаб, тоцилизумаб, апатоцеп, меньше в этой степени как бы скомпрометированы. И поэтому, если мы уже видим поражение легких и выбираем генно-инженерный препарат, то если мы назначим ритуксимаб, то мы здесь одновременно будем воздействовать и на суставной процесс, и на легочный процесс. И такой препарат нам выбрать будет выгоднее. Кроме того, он практически не дает лекарственных поражений легких. Вот такие нюансы в лечении, безусловно, они у нас существуют в выборе основной терапии. Я уже не говорю про нюансы. Потому что больные с ревматоидным артритом
часто курят, у них бывает еще или хроническая обструктивная болезнь легких, или вовлечение не только интерстициального поражения легких, но еще и бронхиального дерева с нарушением бронхиальной проводимости, и тогда таким больным обязательно нужна, мы часто работаем вместе с пульмонологом, чтобы правильно подобрать терапию поражения легких у такого пациента, который может быть связан не только с аутоиммунной патологией, но и с другой обычной болезнью. Ну, и я уже не говорю о частых присоединениях банальных инфекций, которые на фоне лечения кортикостероидами, иммуносупрессантами часто случаются. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Ну, я не до конца в этом уверен, потому что на самом деле вы ответили последней фразой, что ревматоидный артрит лечится иммунодепрессантами, плюс теперь еще биологическими препаратами. И на этом фоне пневмония, бактериальная обычная пневмония, требует, наверное, повышенного внимания, потому что она может быть вызвана не банальной флорой, там, пневмококком каким-нибудь, а какой-нибудь другой флорой, которая потребует других антибиотиков и так далее. Да, я упоминала о том, что, к сожалению, оппортунистические инфекции у нас даже чаще случаются, чем банальные, особенно при дерматомиозите, при котором снижается объем легких за счет высокого состояния диафрагмы. И поэтому больные все время находятся под риском. Все генно-инженерные иммуносупрессивные препараты повышают риск развития пневмонии. Любой, и вирусный тоже. Поэтому это для нас, конечно, очень большая проблема в плане диагностики. В больших центрах это возможно, там посеять мокроту и как-то исследовать. А в маленьких регионах распространены наши препараты широко, а контроль и вот эта профилактика инфекций – это проблема. И при ревматоидном артрите в первую очередь. То есть вопрос не в ревматоидном артрите, да? Если вы НПВСом лечите, то там любая обычная пневмония будет, да? Там ничего особенного. А если вы лечите современными схемами, да, тяжелыми схемами, вот тут должна быть очень повышенная внимательность и отношение как к больному тяжелому, как к согранулоцитозу, там, например. Да? Совершенно верно. Совершенно другая группа больных, и к ним нужно... Там же и туберкулез, кстати говоря, может вылезать, да? На эти препараты. И причем не туберкулезные микобактерии сегодня даже начинают превалировать, и во всяком случае появились. Если раньше у нас был обследован туберкулез обязательно перед назначением генно-инженерных препаратов, то теперь появились эти еще микобактерии не туберкулезного характера, они тоже очень своеобразно текут, а мы не очень хорошо их знаем. Но здесь ведь есть еще одна особенность, эти ножницы. Если у больного... Какие еще микобактерии появились? Не туберкулезные. А какие? Ну, я вам сейчас не вспомню, не скажу эти названия. Это можно посмотреть. Вы только не скажите, что лепра появилась. Нет, это не лепра, это не туберкулезная микобактерия. Ну, их же там в их классификации большое. Много. Я просто так вскинулся. Я просто вам сейчас не готова их назвать по именам, но, к сожалению, когда мы консультируемся с педиатрами, вот такие диагнозы у нас стали появляться, и лечение таких больных сложное. Но я хотела бы все-таки отметить ножницы, что если у больного с системным ревматическим заболеванием не подавлена активность заболевания, то в этом состоянии он также высоко чувствителен к любым инфекциям. И поэтому сегодня мы говорим, что нужно подавлять активность не только потому, что мы хотим добиться ремиссии по основному заболеванию, мы хотим вернуть его иммунную систему, в более-менее попытаться нормализовать его состояние, когда он способен сам бороться с инфекциями. А наши препараты мешают ему в этой защите. И это вот... Те ножницы, да, это проблема. Это проблема. Ну, тут пишет, атипичный микобактериоз. Ну, это понятно, что он атипичный, но мы как раз микобактерий там действительно много разных. И... Ну, мы говорим, что да, не туберкулезные микобактерии, а атипичные, и что да. Это проблема не только для... Академик Малеев как раз тут на Медне у нас выступал, мы только вчера... Победили YouTube и выложили, наконец, его лекцию, потому что YouTube нам ее запрещал выкладывать. И он как раз рассказывал об изменении флоры под действием наших с вами лекарств в том числе. Да? Не только там поведение, не только питание с антибиотиками, но и лекарства тоже приводят к совершенно фантастическим заболеваниям.
Но вот для группы биологических препаратов известны именно микобактерии. Может, вы меня поправите, я, конечно, не очень большой специалист, но я просто помню, что эта тема обсуждалась именно вот почему-то микобактерии любят биологические таргетные препараты или наоборот. К сожалению, оказалось, что эти препараты высокоэффективны в отношении ревматического заболевания, но и они же, вот, например, фактор некроза опухоли, у нас основная группа препаратов для лечения ревматоидного артрита, во всяком случае исторически, фактор некроза, блокаторы фактора некроза опухоли. А это ведущий фактор в защите против туберкулеза, против микобактерий. То есть мы его заранее изолированно, так селективно вырубаем. Поэтому чувствительность к туберкулезу, естественно, повышается. Ну, в общем, тема инфекции, конечно, безусловно, тут страшно интересна. Она очень тяжелая для курации. Да, для курации тяжелая, это я знаю. Значит, я что хотел бы сказать, я просто не вижу больше вопросов. Жалко, что люди не так много пишут. Значит, Лидия Петровна, я, конечно, категорически против интерстициальной пневмонии. Я вообще против термина пневмония, который сейчас направо и налево вешается. У нас есть пневмония, это все-таки бактериальная пневмония. Ну, как там еще можно, там, не знаю. А вот все остальное – это интерстициальное поражение. И это иначе путаница получается. Все говорят, вирусная пневмония. Да нет вирусной пневмонии. Нету, там пневмонии нет как таковой. Там даже вирусного поражения нет. Вот только что была у нас лекция Коктурского, которая, кстати, собрала огромное количество просмотров. Если я правильно понимаю, там чуть не 50 тысяч уже его посмотрело. И он показывает 5 дней, управляет, не 50, 5 тысяч. Но все равно для патолога-анатома, для лекции патолога-анатома, это очень большое количество. И он как раз показывает, что там не вирусное поражение легочной ткани. Я не могу. Лидия Петровна, а там как раз ваша тема, микроциркуляторное поражение, ДВС-синдром. В этом основа повреждения. Вирус запускает эндотелиоз, да? Он запускает воспаление. А дальше это воспаление реализуется на уровне легких, ну, как и положено. Любой, так сказать, тромбоваскулит, он садится на легкие. И этим, мне кажется, это отличается от той клиники, которую вы рассказываете. Потому что то, что вы рассказываете, это не тромбоваскулит, это именно воспаление. Воспаление в легочной ткани. Вот. Там тоже, конечно, тромбозы, нарушение микроциркуляции, но они как бы вторичные. Вот. И мне бы казалось, это вот нужно как-то очень строго разложить по полочкам, постараться, потому что сейчас у нас действительно, я тут согласен с пульмонологами, хотя не знаю, на кого вы киваете в данном случае, но я согласен с тем, что нужно разделить это все на разные совершенно темы. Потому что то, что вы рассказываете, это, конечно, совершенно другая тема, чем вирусное поражение. Вирусная, кстати говоря, вот ковидная инфекция, она не оставляет фиброза. Опять же, как Турский показывал слайды, вскрытий и так далее, там нет фиброза. Ну, может, он копейку есть, но он очень небольшой. А в основном там именно тромбозы, микроциркуляторные нарушения. Вот. А у вас именно фиброз. И этот фиброз, он как-то откуда он идет? У нас с вами есть одна общая тема, фиброзирующая. Это болезнь крови, которая тоже, вы знаете, да, есть болезнь, которая приводит к фиброзу костного мозга. Миофиброз, да, совершенно верно. И никто не может понять, откуда этот фиброз. Что там за процесс происходит. Вот. И, конечно, блокировать фибробласты при таком количестве стимуляторов каким-то одним блокатором, я, честно говоря, не очень представляю себе, возможно ли это. Вот как-то воздействовать на фибробласты, но мы же умеем на тромбоциты воздействовать, диагрегантами. Может быть, что-то вот здесь найдется, что-то конкретно воздействующее на блокировку, ну, извините, я совершенно сейчас не в науке, да, а в фантазиях, на блокировку пролиферации фибробластов. Может быть, здесь какая-то будет, какой-то выход. Если мы будем на медиаторы этого процесса, я думаю, что мы ничего не получим. Потому что мы, ну, хорошо, тромбоциты куда мы денем? Антикоагулянтами, антиагрегантами,
воздействовать. А он один из активнейших стимуляторов фиброзных процессов. Да? У нас будет лекция в марте, опять же, с подачи Коктурского. Будет выступать дама, я, к сожалению, сейчас фамилии не воспроизведу, из кардиоцентра, она биолог. И она как раз занимается фиброзами. Может быть, она что-то расскажет, потому что там активная группа людей, которые занимаются воспалением, биологов именно, биологов, не врачей. Собственно говоря, и Евгений Львович же оттуда же как-то, если так вспомнить, анамнез. Да, исторически произошел оттуда. Вот. И они очень здорово, у нас все время выступают на нашем вот пожилом больном, где вас не было, по-моему, в этом году, да, впервые за много лет. Вот, и они рассказывают тоже вот о воспалении и о фиброзе. Вот сейчас мы как раз зацепили тему фиброза, может быть, что-то с ней удастся. Потому что тема супер актуальная, она совершенно непонятная. Это вообще целый пласт болезней, которые мы сегодня видим, и которые не имеют часто даже нозологической четкой привязки. Да, как бы процесс идет сам по себе, а нозология сама по себе. Вот. Или вообще нозологии нет, а только один. Или вообще, да, вот вы же сейчас девочку показывали, да, уже нозологии нет, а процесс идет. Вот, и как с этим быть? Вот, поэтому, конечно, сегодняшняя тема очень интересна. Сейчас тут вот какие-то вопросы. Чем можно усилить иммунитет для борьбы с бактериальной инфекцией у пациента с ревматоидным артритом, перенесший в стационаре крайне тяжелый ковид, глюкокортикостероиды, биологическую терапию, у которой возникла бактериальная пневмония в первые дни после выписки из стационара. Респираторные фторхинолоны ей врач назначила. Ну, это прямо лечение по телефону. Я бы сказала, что у нас палочкой-выручалочкой является внутривенный иммуноглобулин, который неплохо работает в этих ситуациях, и речь идет о достаточно больших дозах, хотя в данном случае какая есть, столько ввести. Но все-таки начинаем с 50 граммов, а оптимально было бы в ситуации вот такой тяжелой пневмонии, это 0,5-1 миллиграмм на килограмм веса. То есть разово грамм 20-30 влить иммуноглобулин в человека, это вообще препарат «живая вода ревматологии», я так его называю, потому что вот эта борьба с инфекцией, которая над нами все время висит, если бы не внутривенный иммуноглобулин, он, конечно, тоже дорог, но он оптимизирует ситуацию в тяжелых процессах, вот таких вот ситуациях. Поэтому я бы советовала к лечению добавить ко всему, что получает пациент, еще и внутривенный иммуноглобулин. Ну, я бы со своей стороны, конечно, начал бы с антикоагулянтов. Потому что любая инфекция, тем более вирус наш любимый всеми теперь, это тромбоваскулит на первом месте. А уж бактериальная пневмония тяжелая, это абсолютно 100% Бюро-синдром. И вы туда какие антибиотики не накачиваете, да ничего не пролезет. Аж все в тромбах. И требуется антикоагулянтная терапия. Я бы, конечно, свежезамороженную плазму попереливал бы еще. Вот. Раньше эта технология как-то не вызывала ни у кого сомнений, она даже не обсуждалась. Это сейчас мы вдруг выяснили, что у нас реаниматологи не переливают плазму, потому что не видят показаний. Ксарелт назначили 15 мг раз в сутки. Я так понимаю, что это продолжение вопроса. Значит, это неправильная доза, ксарелт 10 миллиграмм два раза в сутки. Это минимальная подход. Потому что один раз в сутки, ну уже столько раз я об этом здесь говорил, что у меня, так сказать, это, извините, мозоль выросла. Все эти препараты, паки, да, прямые оральные антикоагулянты, имеют 12 часов времени полувыведения. Такой же, как у, кстати говоря, низкомолекулярных гепаринов. Все эти препараты всегда, всю жизнь назначали два раза в сутки для того, чтобы обеспечить равномерный уровень, ну, относительно, конечно, ну, колеблется, но более-менее равномерный уровень в крови. Так же, как гепарин назначается 4 раза в сутки, из тех же соображений. Либо вы внутривенно его капаете непрерывно, либо вы его подкалываете под кожу 4 раза в день. Поэтому, если вы даете раз в сутки, то вы получаете гипокоагуляцию, а потом гиперкоагуляцию. К концу суток у вас будет просто гиперкоагуляция. То есть лучше вообще ничего не делать, чем давать пуаки в таком варианте.
Вот. Ну, уже сейчас у нас, слушайте, 4 тысячи больных, может быть, 4 тысячи больных проскочили с ковидом и постковидом, уж это так все отработано. И мы прямо видим, как люди, вот они приходят, ну, мы принимаем 2,5 миллиграмма ликвиса 2 раза в день. Говорю, ребят, 5, даем 5, и они прям выздоровели. Прям, ну вот, ну совершенно чудесное исцеление происходит именно на дозировке. Поэтому не надо промахиваться с дозировками. Ну вот, но это не касается глобулина, это, так сказать, вторая тема, как бы, да. Но в данном случае, тем более, если больной перенес тяжелый дистресс-синдром, и если у него в легких уже все плохо, то надо ему по максимуму обеспечить микроциркуляцию. Я, конечно, боюсь, что надо давать 20 миллиграмм ксарелты в этой ситуации 2 раза в день. Лечебную дозу, а не профилактическую, потому что это ведь такая же ситуация, как с тромбозом. Да? И в этом случае ПОАК лучше давать в большой дозе. Кстати, у нас сейчас больная обратилась вроде постковид, не постковид, непонятно. А через 2 дня дала тромбоз всего бассейна правой ноги, венозной. Пожилая женщина, пиелонефрит, кстати. Ну, сначала мы пиелонефрит, ну, давайте полечим. Ну, что там пиелонефрит, подумаешь. Вот, она через 2 дня прямо классический тромбоз. Сделали УЗИ, все заблокировано. Сейчас дали ликвис по 10 миллиграмм 2 раза в день. И, о чудо, вы знаете, у нее проходит тромбоз. Поэтому надо нормальные дозы давать. Ничего тут. Ну, врачи в Самаре, рекомендации Минздрава по поводу лечения пневмонии, у Минздрава нет таких рекомендаций. Давайте не будем кривить душой. Вот, поэтому, ну, не хотят, понимаете, не хотят слушать. Вот это удивительное дело, сейчас столкнулись. Вот, Лидия Петровна, я бы еще вас, знаете, что попросил бы? Посмотрите рекомендации МГНОТ. Вы их видели, нет? Да. Нет у вас туда никаких предложений? Потому что я Евгения Львовича пытал с пристрастием, вы же понимаете. Вот, мы приезжали с ним, разговаривали. Ну и как-то не очень он что-то нового добавил. Он передал нам рекомендации ваши ревматологические, мы из них что-то сделали. Но время идет, и мне кажется, что нужно все-таки еще раз вернуться. Действительно ли ревматологические заболевания обостряются? На них есть статистические данные или нет? Потому что Евгений Львович утверждал, что статистики большой нет. Мы тоже не видим ничего такого обостряющего. У нас какая? Ну, 4 тысячи человек, и потом это не постковид. Постковид у нас 1000, все прошло. Вот. Конечно, это не трайл, ничего, просто свои впечатления. Ну, в общем, есть вопросы. Там, вы видели, там же целый раздел по ревматологии. Да, Павел Андреевич, я должна посмотреть повнимательнее, потому что они большие. Да. И я начала их читать на этой неделе. Я нахожусь как раз в процессе. Ну, хорошо. Решила, что перед заседанием общества надо посмотреть, что это правильно. Это правильно вы сделали. Да. Это хорошо. И поняла, что там так много, что надо над этим еще поработать. Это первое. Второе, что... Значит, да, потому что мы сделали там очень хорошую морфологическую часть. Ну, я, честно говоря, воровал у Заратьянца все, что можно. Ну, для пользы вот. Дела, да. Ну, для пользы дела, да. Но сейчас вот как Турский прочитал лекцию, прям вот как будто он читал по нашим рекомендациям. Мне прям было приятно, что вот все про ДВС-синдром, про микроциркуляцию, про макроциркуляцию, про инфаркты, которые без всякого поражения коронарных сосудов происходят. То есть прямо вот удивительно. Сейчас они проводили 60-летие института, и опять там трое уже выступало заратьянцы, как Турский, Коган, и все рассказывали про ДВС-синдром при ковиде. Вот. Но этот ДВС-синдром – это одна часть. А вот все-таки что с воспалением? Вот как-то его надо поймать, потому что мы не видим какой-то специфики. Очень много больных, у которых мы не ловим большого воспаления. РФМК видим, растворимый комплекс фибриномера. Дедимер, ну, иногда бывает. Фибриноген, ЦРБ тоже иногда бывает. Дальше мы не углублялись. У нас
нет возможности физически это делать. Но вот сегодня мне, например, позвонили из Твери, у нас там сейчас работает наш филиал, скажем так, Московского общества терапевтического, прямо при Тверском университете мы сделали. Они поймали человека, врача с некрозом головок бедной кости. Это уже антифосфолипидный синдром, а это уже вообще-то ревматологическая патология. Мы пока сейчас обследовать будем, пока это все... Ковид стимулирует выработку вот этих антифосфолипидных антител, это описано, и даже получается... Описано, да. Да, описано, и по статистикам получается, что это достаточно, ну, разные исследования. Наша проблема сегодня заключается в том, что так много публикаций, они такого разного уровня и качества, что приходится все время отделять зерна от плевел. Павел Андреевич, я хотела бы, во-первых, вас поблагодарить за терминологическую вашу позицию, потому что интерстициальное поражение легких, мне кажется, самое правильное название. Конечно, конечно. Потому что пневмония, вы совершенно, я с вами совершенно согласна, это конкретно. А вот то, что мы видим при системных заболеваниях, ну никогда не бывает альвеолоциты отдельно от эндотелиоцитов. И даже та соединительная ткань, которая между ними, она их объединяет, а не разделяет. И поэтому нарушение микроциркуляции при ревматических поражениях легких, оно закономерно встречается в большей или меньшей степени, но всегда есть. И поэтому говорить, что вот это интерстиции, а вот это вот легочная артериальная гипертензия, это неправильно. Другое дело клиническое выражение, оно может отличаться очень сильно. Но при каждом заболевании та или иная часть, я имею в виду сосуды и паренхима, они нельзя разделить. Поэтому это поражение легких. Я уже не говорю про остальные все моменты. Что это не только паренхима, но это вообще весь респираторный тракт участвует. Ну, конечно, конечно. Поэтому я буду более... Мне иногда редакторы вычеркивают и пишут, не пишите интерстициальное поражение, пишите ИЗЛ. Это первое. Вопрос. Второе, конечно, вопросы фиброза, которые сейчас появились, мы тоже радуемся, что они обсуждаются, потому что наши болезни редкие, и они болезни сироты, орфанные, и очень недавно они стали изучаться на молекулярном уровне глубоко, и уже вот стали появляться новые препараты, это мы по этому поводу радуемся. А вообще это болезни социально не очень значимые, системные, ревматические, поэтому им внимание уделяется, к сожалению, мало, в плане теоретического. Ну, институт есть. Вы знаете процент подагриков в обществе, да? Ну, могу ошибиться. Ну. Если иметь в виду свое, например, близкое окружение возраста, то это, ну, процентов 20. Не, ну 20 это вы уж махнули, ладно. Ну, гипер... На круг подагриков 5%. Я хотела сказать, повышение мочевой кислоты. Не-не-не, я имею в виду подагриков суставных, извините за сленг. Значит, их 5%. Ревматоидного артрита среди пожилых уже под 20%, действительно. Поэтому говорить о том, что это редкие больные и редкие болезни, это совершенно неправда, это частые болезни. Просто они почему-то вне поля зрения. Если вы посмотрите классификацию ВОЗовскую, да, ХНИБы это у нас ХОБЛ, это у нас диабет, это у нас гипертония и онкология. А куда вы суставы дели, ребята? Вы о чем вообще? Это же типичный ХНИБ, тяжелейший. Артроз. Инвалидизирует людей, да? Почему-то его там нет. И я считаю, что эту позицию надо кончать. Я имела в виду системный ревматический, аутоиммун, это волчанка, склеродермит. Я понимаю, да, я понимаю, что, о чем вы говорите. Ревматоидный артрит, да, его изучают. Ну, Лидия Петровна, смотрите, вы говорите волчанка, а мы сейчас антифосфолипидный синдром, вот вы затронули, по статьям, то, что я видел, мы сами не смотрели, 80% больных с ковидом имеет антифосфолипидные антитела. 80%. Это что, редкая патология? Они потом исчезают, наверное. Да вот это не факт, что они исчезают. Волчанка, она с ней будет жить пожизненно уже. А постковидный синдром, которым они мучаются. А мы его сейчас преднизолоном начинаем лечить. А плазма ФРС мы делаем, потому что мы не справляемся. Понимаете?
То есть я не уверен, что это такая редкость. И просто мы пока не разгребли это все, не очень поняли. Но то, что это в тему ревматических болезней, это 100%. Да, работы нам хватает, конечно. Вот, ну ладно. Я думаю, что все слушатели получили истинное удовольствие от вашей лекции, как обычно. Вот, и я надеюсь, что она будет продолжена, потому что тема неисчерпаемая, и мы будем возвращаться к этим вопросам все равно. Ну, даже глобально говоря, к ревматическим болезням в целом, да, потому что сегодня я еще раз говорю, что ковид, который оказался совсем не инфекцией, а внутренней патологией, тяжелой, аутоиммунной, там, с гемостазиологическими нарушениями, еще что-то такое. Она, конечно, эта патология вызывает новые и новые вопросы, но и новые открытия. Да, мы очень много что стали делать, поняли, ну, в частности, вот то, что мы делаем, это ПОАКи в профилактике тромботических осложнений, прекрасно работающие в массе своей, спасающие жизни людей. Вот, поэтому еще раз большое спасибо.